Best Western International – бренд с мировым именем. 4000 отелей носят это имя и предлагают услуги туристам более чем в 80 странах. Теперь четырехзвездный комплекс Best Western Plaza Takent Park Hotel открылся в Алматы, первый в Центральной Азии. Проект реализован в рамках программы устойчивого развития туризма, которая направлена на создание и развитие инфраструктуры, роста имиджа и привлекательности Казахстана. Сегодня 100 алматинцев получили работу в отеле. Аким Алматы Ахмеджан Исимов побывал на открытии объекта. В книге посетителей глава мегаполиса оставил первую запись. В нашем городе задача, поставленная по развитию его как регионального туристического центра, успешно осуществляется. Это создание новых рабочих мест, это доходы государственной казны, это сфера обслуживания и уровень обслуживания наших туристов и жителей нашего города. В мегаполисе более 100 гостиниц, половина из которых 3, 4 и 5 звездные. Сервис Atakent Park Hotel соответствует всем мировым стандартам. Гостиница рассчитана на 200 мест. Здесь есть большой конгресс-холл, конференц-зал и парковка на 150 машин. Здание расположено в центре мегаполиса, близ центрального выставочного комплекса. Это 4-звездный отель, но сервис не уступает 5-звездному. Мы будем постоянно работать над тем, чтобы повышать качество услуг. Будем радовать гостей каждый день. В прошлом году Алматы посетили более 800 тысяч туристов. Городские власти поставили цель уже в ближайшее время увеличить эту цифру до миллиона. Для этого созданы все условия. Айжан Тимирбаева, Асет Кунтакпаев, телеканал Алматы.